Hey, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Heavy Dust. Ну что, в принципе, мы с вами закончили на том, что теперь начинаем изучать какой-то факт. Я не понимаю, подождите, для чего я сокращение открыл? А, я могу забрать вирус. Да, забрать. Стоп, может быть, я фитиль найду все-таки. Да, пули мне хватит. А ну-ка, троечка. Ладно. Но я не думаю, что центрофуга где-то здесь будет поблизости. Так ведь? А хотя нет, подожди, вот это оно, наверное. Вот это сверху. Логичное дерьмо. Еще одна монета. Теперь у меня 8 монет, нихера себе. Вирус для центрофуги. Нет, подожди. А, все уже. А, да, точно, у меня же был оранжевый, теперь он фиолетового цвета. Так, подожди, нахера сюда иду. Мне туда наверх надо. Сохраняем в первую ячейку и вставляем. Как понимаю. Зомби. Звуки как-то странно идут слева направо. Блять, а мне уже пуль не так уж много. Можно, пожалуйста, об этом позаботиться? Радует, что они через двери входить не могут. Это радует. Мне больше всего. Где точный выстрел, который я прокачивал? Вот я слышу его справа, что он идет на меня. Так, осталось. Пули не так уж много, это плохо. Значит, впереди еще тоже был враг. Ладно, пусть будет так. Я не вижу, кто у стенки. Плохо, очень плохо. Патроны дали.
А, здесь хотя бы решеток нету, откуда могут вылезти. Ну, тогда я мог знать, что мне нужно сейчас снова этот. Чертов. Генератор. Чертов генератор. Может, мне еще вентиль понадобится? Надеюсь, нет. Но все равно мне придется пройти сюда, если я хочу открыть те двери. Те две деревяшки. 250 пуль могло ли быть? Был бы порох. А ящик мне нахера. Ну а для чего тоже ящик нужно здесь? А, ну, в принципе, логично, думал, правильно. Ну, а получается, тот самый фитиль, да? Ручка. Чего? Конвейер не работает. Отсутствует... А. Это, кстати, тоже... А, я должен тот проход взорвать. Послышалось? Странно, что они поднимаются. Так, на трупе найден кусок взрывателя, кажется, нейтронным комбинировать. Бля, ладно. Пока я еще не поставил. Бежим за зажигалочкой. Где еще генератор не забрал? Что еще за генератором побежали? Зажигалочка, зажигалочка моя. Вот она у меня в руках. У меня всего лишь 47 патронов. А если хочу убить Немезиса, я почитал давно еще. В скобочках я прохожу эту игру за одну с... Ну, за сутки я прохожу эту игру. То есть с первой серии, поэтому даже я снимаю с первого раза. Короче, глянул, нужно Немезиса 50 пуль, хотя бы, чтобы его ёбнуть. Если он нам нужен, я его забираю. А я думаю, что нам пригодится. Ты точно не встанешь? Не хочешь вставать? Тупый зомби. Улучшил пистолет. В скобочках нет. Больше не прибежим.
плюс маска. Не, ладно, пофиг. Хотя. Так, ну у нас слушать. Последняя маска с вами. Шик-шик-шик-шик-шик. Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Жалко, гильзы перерабатывать нельзя. Шик-шик-шик-шик. Ладно, я уже побежал. Сначала поставим эту маску. Куда сюда, да, осталось? Не стоять. Перевая маска. Перевая маска у нас смерть, так? Подожди, кровь. Это листья мне надо. А куда я листья, блядь, положил стоять? Так, это маска огонь. Вот листья. Подожди. Да, я что-то тупанул. Так, значит, это четверка по-любому. И сюда. Давайте эту пока попробуем, потом остальные. О, так я угадал, оказывается. Даже. Еще вредной маг. Не знаю, что он хочет сделать, но мне это пугает. Так, моя палочка указывает правильное направление. Вопрос, где я должен искать огнетушитель? Чем мне потушить? Эта комната тоже наполнена пламенем. Что за угол? Попробуем. Так, тварюка, давай сразу просыпайся. Так, итого у нас уже 11 монет, нихера. Лежишь, отдыхаешь, подлюка. Я подойду только к пульту, он меня сейчас накинется. Как я промазал? Но мне везет на монеты, я смотрю. 13 монет уже. Так, странный символ. 1 равно 55. Что-то мне понятно. Хотя, может, это молния. Странный символ. Тройка равно цветок. Mm.
Окей. Заперто. Ага, какой-то из них двузначный. Так, ну, журнал о медицине максимально увеличивает здоровье. Я могу и то увеличить, да? Отлично. Можно жить еще в какое-то время. Странный символ 2. Там рыбка изображена, да? Так, солнечно. Александр очень изменил, когда я поранил прототип. Нам пришлось ампутировать ему руку, чтобы он смог выжить. Свою должность директора он также потерял. Облачно. Александра отправили обратно в штаб для лечения, и я официально занял должность директора. Мое первое поручение — отправить ампутированную руку Александра на сохранение в комнату выращивания вирусов. Солнечно. Во время изучения небесных пыли я столкнулся с мгновенными вещами, связанными с культурой Туркуэ. Их численные символы исключительно интересны. Я был ими очарован и обнаружил, что написал их на плакате. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Кроме того, я написал несколько номеров на Туркуэ, на экране в комнате для совещаний, но не стоит беспокоиться, чтобы узнать пароль, нужно просто правильно разместить стулья и листья по цифрам. Стулья и листья по цифрам. What? Так, подожди. У меня еще есть 12 монет. Я могу купить улучшение, так? Но вопрос, стоит? Пусть пока лежит, ладно. Стулья. Стулья в приемной. А что со стульями не так? Так, стоять. Кроме того, я написал некое номер внутри и крайняя комната для совещаний. Но не стоит беспокоиться, чтобы узнать пароль, нужно просто правильно разместить стулья и листья по цифрам. Нихера не понял. Но прикольно. А что со стульями не так, я не понимаю. Ну, 2, 4, 3. Или что? Два, четыре, три. 2, 4, 3. 3, 2, 4. 4, 2, 3. Не врубаюсь. Непонятно, непонятно. Что, заступить, попытаться поискать что-нибудь? Стулья. Так, а при чем здесь стулья? Типа бочком, как они стоят или что? Открыл я, короче, дверь. Оказывается, код был 432. Короче говоря, мы с вами все правильно сделали, просто нужно было до конца зарандомить.
вот эти числа 2, 4, ну, типа, по бокам 2 стула, если так смотреть. Внизу было 4 и сверху 3. Короче, не суть. Так, электронная карта директора. Взять. Дневник Элдингонта. Солнечно. Сегодня я одобрил план Томаса. Если он прав, то мы сделаем еще один шаг на пути к бессмертию. Нужно только найти образец крови. Я знаю, что кто-то задает вопросы о том, почему компания проводит опасные исследования, подобные этому. Идиоты. Вирус зомби является просто побочным продуктом одного из многих неудачных экспериментов. И наша цель состоит в том, чтобы найти специальный вирус, который мог бы постоянно стимулировать и поддерживать рост человеческих клеток. Это позволит нам стать бессмертными. Ради такой высокой цели нам просто необходимо идти на жертвы. Солнечном. Александр доставил мне проблемы. Одной из них является отпечаток его пальца, который все еще может открыть доступ в безопасную зону. Но есть и хорошая новость. Он ушел в другой институт. И теперь мне не надо переживать о том, что кто-то сможет проникнуть в безопасное место, кроме меня. Это сверху внизу, да, которое было закрыто. Солнечно. Я получил сообщение о том, что Стив собирается данные о вирусе. Придурок. Или он все-таки что-то уже знает. Солнечно. Все больше и больше сотрудников заражаются вирусом Европа-1. Ситуация уже вышла из-под контроля. Энди предложил нам инициировать протокол блокировки, но я попросил еще немного подождать. Нужно поспешить в безопасную зону с вирусом Европа-2. Европа-2. Так, забежи идет, а то я что-то тут читаю, разговариваю. А нужно ли оно мне? Таразомы где-то чек отпечатка. Ага, круто. И, бля. Поблизости ящика нету. Так, ну получается, мне сейчас нужно найти отпечаток где-то. Пальцы. А, единственный отпечаток я уже просрал. Блин, все равно, подождите, а как мне тогда открыть вот у каменные ворота? Интересно, интересно. О, подожди, я знаю, где я могу отпечаток найти. Все, отлично. Так, пульт тогда здесь, думаю, кину. Возвращаемся оттуда, откуда пришли. А именно мы сейчас с вами возвращаемся в этот. Ладно, давайте я, наверное, пойду все-таки и заберу красное растение. Если что, сделаю себе из них лекарства усиленные. Пусть оно будет у меня с собой вместо зеленой травы. А, то есть это закрытая территория, и я сюда попаду. Здесь, скорее всего, будет битва с боссом. Ну, у нас есть карта директора. Одно свободное место, если что. Ой, запутался. Ох уж этот большой особняк. Ну, я не знаю, может все-таки купить эти. Я очень буду надеяться, что оно у меня сохраняется, если куплено. Сохранить.
Ой, меня ж теперь не пропустят, точно. Бля, точно. Я и забыл. Теперь только так идти. Теперь только так. Ну, в принципе, равно здесь я всех поубивал. С решетки, что челик только может выйти, блядь. Ладно. Ладно, так уж и быть, на тебя использую. Три крита подряд. Повезло, повезло. Проект Эндрагона. Да, прочитать. Справка. Исследование вируса умеренной адаптации небесной пыли приближается к завершению. Устойчивость и метаболизм заражены немного хуже, чем у исходного носителя вирусов, обнаруженного в Новой Гвинее. Наш ведущий исследователь Томас считает, что оригинальный вирус обнаружения в образце крови примитивен племени Торку, еще не адаптировался к климату умеренной и холодной зоны, и нам нужно найти подходящего подопытного, похожего на людей Торкуэ, который сможет адаптироваться в таких условиях. Цель. Породить новый вирус небесная пыль, который сможет адаптироваться к умеренным и холодным условиям. Короче говоря, мне нужно холодный малай... Короче говоря, понятно. Решение. Подобрать подходящие образцы и генетический профиль, который подобен Торкуэ. Заставить всех задействовать наш план и сделать подопытных носителями вируса без их ведома. Оценка результата первая. Вскоре после ввода в действие нашего плана мы успешно извлекли вирус Европа-1 из образца крови первого подопытного. Степень соответствующей крови 63%. Он хорошо адаптировался в умеренной зоне, но побочные эффекты могут привести к нарушению метаболизма. Накопление большого количества вредных веществ в живых клетках, ускорение разрушения организма и так далее. К снижению интеллекта. Оценка результата 2. Успешно извлечен вирус Европа-2. Из крови второго подобного он адаптировался в умеренной зоне, однако при этом форма тела может быть радикально изменена, а функции организма существенно усилены. Нужно провести тест на интеллект. Это Минезис, да? Это тот чувак, который как раз был изображен у нас на главной заставке. Блокнот Томаса 2. Исследование обонятельных ощущений подопытного. У зараженных подопытных ухудшаются в различной степени сенсорные навыки, но обоняние стало более чувствительное, что может быть связано с усилением вкуса и области гипофиза. Было обнаружено то, что смешанное одного растворителя с растворением номера 13 может привести к появлению нового вида растворителя, который может искажать обоняние подопытных. Исследователи, на которых поменялись растворители, не могли быть обнаружены подопытными. Однако из-за высокой летучести растворителя номер 13 эффект недолгосрочный и длился всего 3-4 минуты. Естественно, для чего может понадобиться этот растворитель быстро пройти через группу зараженных? Вон оно что. Буду знать. Что тут растворитель, который у нас с вами лежит, он открывает. Чё это? Жидкость, извлечённая из зараженных тестеров, сохраняется в шкафу. Так, ладно, сделаем пока так. Так, отрубленная рука бывшего директора взять. Ну все. А, стоп, я так не выйду отсюда.
чувак чилит. Ну что, теперь у нас есть рука директора. Палец был окончательно отрезан, когда его владелец оказался зараженным. Его отпечаток должен быть все еще в хорошей форме. Так, сохранить. Что у нас по записям? Да еще много не найденных. Хотя, по сути, я бегаю и все собираю. Так, ладненько. А что я могу из этого понять? Так. Так, комбинация не хочет. Хорошо. Ну, по сути, я могу ее взять и пойти отнести этому. Охолбу. Попробовать. Но это уже будет в следующей серии, поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.